участка, большая скользкая расселена. Один участок самый большой подъем, 10 800 квадратных метров. Участок от начала подъема и до пляжа получается на порядка 2000 квадратных метров. И третий участок как раз вот от начала спуска и до строительного района. Это три участка. Участок от разработки улицы на участке на подъем. И вот ускоряться. Что у вас материалы есть? Была небольшая пауза, сейчас все материалы в наличии. Есть, вагоны, ничего не держит. Сейчас поэтому у меня просьба такая. Мы с руководителем тоже разговаривали. Наконец, это пропущено, потому что у нас задача стоит 1 сентября на территории города проект запаса.